Наша жизнь проходит очень быстро, и наши дела идут за нами, отмечая пройденный путь, как следы на песку. Не успеешь оглянуться, как наши дети, идущие рядом, устремятся вперед, обгоняя нас. Что их ждет там в будущем? Какие желания и что будет с их мечтой? Задавая вопросы детям Церкви Свет Миру о том, кем они хотят быть, что им нравится в нашей церкви и чем они любят заниматься, сегодня можно услышать вот такие ответы. Я бы хотела быть доктором, строителем, a football player. When I grow up, I want to be an eye doctor like my mom. A teacher. На гоночных машинках в гонке кататься. Полицейским. Быть scientist, American football player. I just like the zoo, so I just want to be a zookeeper. Микрофон для собрания. Натягивать крышу веревками, чтобы не падало. Вот все такое. Так. И мне нравится петь в хоре, и мне очень нравится, как я, у меня больше друзей есть, чем раньше было. И что мне очень нравится, это слушать новые вещи в церкви, и да. В церкви мне нравится, хоре петь. Нравится, что есть такая церковь, много детей, и много детей играться. I like to sing songs at church and listen to what he says and learn more about Jesus and how it was when everybody else was in the olden days. Рассказывать стихи на сцене. Ехать в Мексику, помогать. I like singing. I like listening to Bible stories. Ходить в воскресную школу. Читаем истории там. Потом... молимся, идем домой. Да, родись. On Friday мне нравится петь. On like kids choir. И at here I like to be in воскресная. Люблю быть церковь посоветь Господа. Наверное, большинство родителей согласятся, что не так важно, кем хочет быть их ребенок. Но очень хочется, чтобы они любили Иисуса всем своим сердцем. Интересно, что в жизни мы научились планировать, глядя в будущее. Мы умеем собирать и экономить деньги с целью, чтобы приобрести новую машину, купить себе дом или съездить куда-то отдохнуть. Как насчет будущего для наших детей? Сможем ли мы, пройдя свой жизненный путь и оглянувшись назад, сказать, что мы сделали все, что в наших силах, для того, чтобы мы и наши дети имели возможность молиться в своей церкви. Наша церковь «Свет Миру» живет мечтой собственного помещения и продолжает собирать финансовые средства в фонд для приобретения здания церкви. У вас еще есть возможность присоединиться и оставить свой след.